Динара Саребелялова, село Войково, Первомайский район. Наградили меня, Сергей Аксенов наградил кубком, подарил планшет. И вот это награждается участник Саребелялова Динара за силу духа и стойкость в преодолении всех преград, стоящих на жизненном пути. Силы духа и упорство в достижении цели Динаре действительно не занимать. Физические особенности никогда не мешали девочке быть на передовой в учебе и творчестве. За это год назад Динаре торжественно вручили премию общественного признания «Преград нет». Я себя почувствовала более увереннее после этого проекта. Очень благодарна этому проекту. Хочу поступить в медицину. Еще точно не придумала. Может, я стану или детским врачом-педиатром. Хочу помогать детям, больным. Дома Динара окружена любовью и поддержкой близких. С раннего детства девочки внушали, что для нее нет ничего невозможного. Родители говорят, никогда не заставляют Динару учиться, но всегда поощряют успехи. Терьер по кличке Мила – одна из таких наград. Мне кажется, вывести Динару из себя очень сложно. Она очень выдержанная девочка. Больше всего мне нравится то, что она очень ответственная. Очень ответственная и очень трудолюбивая. Целеустремленная, не опускает руки, трудности, она там. Для нее вот даже во время каникул она начинает мне вот это вот говорить: мама, когда уже школа, я так уже соскучилась по одноклассникам, я хочу учиться. А алгебра начинает вот так вот по дому, мы становимся Динара. Динара учится на 4,5. Химия и биология – ее любимые предметы. Друзья и одноклассники не замечают физических особенностей девочки. Динара – всеобщая любимица и безусловный авторитет для ровесников. Одноклассники к ней относятся с уважением. Она лидер у нас в классе, является старостой. Девочка очень творческая, активная личность, участвует во многих мероприятиях, в конкурсах, олимпиадах, ярмарках, фестивалях, имеет призовые места. Буквально недавно представляла в Симферополе нашу школу по крымоведению, участвовала в олимпиаде. Динара старательна всегда и во всем. Девочка впечатляет своим ровным и аккуратным почерком. Уже в третьем классе ребята просили ее подписывать за них тетрадки. Динара любит рукодельничать. Ее поделки часто занимают призовые места на конкурсах. Правда, дома хранятся лишь несколько экспонатов. Остальные она раздарила. Заветная мечта девочки – совершить кругосветное путешествие. Мы верим, что все задуманное сбудется. Ведь Динара уже столько раз доказывала, что для нее преград нет.